Хей, йоги, с вами Шумик, и мы продолжаем пройти игру под названием The Adventure's Pulse. Как я и говорил, я сначала все пройду, типа соберу все кексики, как вы видите. Я закупился сразу хилками, апнул один себе уровень, и я нашел тут кексик. Ну что, поехали, значит, сюда. К тотему. Я вам сейчас покажу новый предмет, который мне дали за уровень. Мне его только можно было взять. Это дудочка. Что дает дудка, это пердеть. Больше ничего. Ладно, маленькие хилки пускай будут. О, тут же на английском я забыл. О, отлично, ментор. Я могу вернуть корабль тебе. Шелл, это же как... Шип, это корабль, подождите. Шелл, тогда не знаю. Тебе, потому что я не должен иметь один ландер. А, ракушку, шелл, это ракушка. Ты великолепен, они... работают, ракушка... It cast bunch asteroids. А, короче, они призвали астероиды, астероидный дождь вниз на меня, потому что wait, подождать, должны быть правильная ракушка all along, очень долго. Ох, нет, это definitely, это ужасно. Ужасная ракушка, ты, парень, промахнулся вверх, не беспокойся, потому что не остановит тебя, ты выживешь и никогда не остановишься, не остановишь попытки. Мистер Камень, где-то там спрят... А, вот Мистер Камень. Так, я танцующий камень, потому что я думаю... Ментос, что-то hero. Так, давай попробуем твою геническую что-то. Мы не нужны, большой урок. Ментос опи-дупи. Мы должны нужное что-то нам кип возвращать. Попытки и насеньки невозможно остановить. Это работа... I have. Я могу время together... Вернуть время связь, наверное. Удачи, мой ребенок. Типа, мне нужно было правильную ракушку взять? О, я думаю, тебе помню, какую я ракушку взял. А нет. Я думаю, мне нужно снова за ракушкой идти. Давайте тогда я схожу к коту. А, ладно, давайте сюда сначала, потом к коту. Может быть, к коту зайдем. Ну, это что-то танцующий. А я думаю, я могу... Думаю, вернуть свои деньги обратно. О, это печально. Вы посмотрели это обратно? Покажи мне first быстро один again снова. Понимаете, дело в том, что я не понимаю, над ним и показывается значок, но я не понимаю. Так, ты слышал легенду о одном магическом герое? Cold and Exquile. Ну, возможно, я just... должен в мебле. Чего? Так, отличная маска, мой друг. Крабы и крекерс и печенье. А ты маску, ты хочешь маску? Джепперс. Я в сейчас. Ты видишь тостовых людей.
Абергаунтов, Хейвен, сохранение фёс быстрых колебаний, возвращение леди Пончиком. И они вот, в большой Oval and Temper South. Но они никогда в её должны, я can, могу. World Before Angels and World Lands. Потому что свет маленького краба любит меня. Последние 10 минут. 10 минут Instabil Hidden Master. Сова и какой-то температурный суп. Это деревянная спецлокация. Fighter unit. Я могу типа достать то, что тебе нужно. Джипперс. Что такое джипперс? Возвращайся в та-та-та, как найдешь суп и кэрри страх. Так, посмотрите на него. Так, все мешки и ничего. Расскажи своим друзьям хорошую сейчас. И должен шоу тебя. Хард сильный или сложный. Последний was have something for you. Я feel надеялся вернуть трак попытки. Я не могу wait ожидать new decade. Thanks. If lost. Это последняя Stoneheart. Для каменной долины. С каменной голова. Ладно, давайте к кошаку зайдем. Хотя нет, давайте вернемся, к кошаку мы придем попозже, нам все равно сейчас в локацию идти. Какие-то Moonlight Reef. Лунные рифы. А что у меня за... Подожди, мне нужно крабиков убивать? Нет. Нет, значит, мы это поменяем на бомбочки. Да, ну, это монетка. Мне кажется, мы уже все с вами прокачали, что вообще было можно прокачать. Так, а туда можно как-то попасть, смотрите. And what? Кейкс. Тихо, возвращаемся. Мне кажется, нужно сначала наверх. Ну да, это, видите, типа такой мини-проход. Меня эти рыбки все равно не заденут. Я профессиональный плавак, ловитель. Ну, вы поняли. Так, максимально итемов, значит, мы сейчас один используем.
Будем... Будем... Но тут... О! Вот он! Это последний ингредиент. Я могу... тосты... Подожди... Тести... Печенье... Тести это ж... Кек печенье, да, Тести? А не, куки это печенье. Тести это... Блять, что такое Тести? Короче, наподобие что-то кексов, что такое, торт. Торт. А иц кушать суп... По себе летим. Изи! Так, этот кексик я же забрал, да? Подожди, или это вторую? А нет. Все нормально. Если что, тут, короче, уровни можно не полностью всегда переигрывать, а какой-то именно... Именно какой-то уровень. Поэтому... Заново мне не пришлось тогда переигрывать полностью все. А именно только какой-то момент. И это хорошо. Я меньше времени потратил. Нихера он паркурщик. Нифига мне нанесли урона. Это все из-за того, что меня тут гриб сраный столкнул. Так, это что новенькое? Так, я скоро левел апнусь. Но он бесплатный, поэтому почему бы нет? Тут чувство, когда нижних этих нету, кнопок. Так, ну смотри, ой, тихо-тихо-тихо, мешок я возьму. Нам на ту сторону. Оп. Тести. А тут все это становится, я вижу, мрачнее. А, блин, его убило все-таки, черт. О, левел ап. Интересно, что вообще дадут мне? Да ладно. Максимальный левел, и мне дали стикер. Но это компания разработчиков. А теперь у меня вопрос, а где я могу еще находить стикеры? Только в магазине покупать. Если так посмотреть, у меня много... Ой. Окей. Мне нужно было запоминать, можно. Хорошо, я запомнил. Вот видите, все равно они как бы на голову тебе сядут. Хочешь ты этого или нет? Мы сейчас на ту сторону попытаемся наверх залезть. Мне кажется, там что-то есть. А, нет, тут ничего нету. Печально, я думал там стикеры. Пак стикеров. Ну блин, ну один стикер я по-любому уже не достану из-за того, что там дом сломатый. Смотрите, наверху там что-то есть.
Значит, туда можно попасть. Тут выход. Нам по-любому тогда сюда придется возвращаться. О, это слушайте, по... А, ну мне опыт, видите, не дают. Типа я всех врагов превратил в крабиков, но мне не дают за это опыт. Понятно. Ну это типа полезно, когда очень много врагов. Когда именно вот много врагов, это действительно полезная вещь. Так, помидорки. Значит, нам все равно в ту сторону, давайте тогда сюда сходим. Ага, я что-то открыл. Лифт нам тоже этот по-любому нужен будет. И... А, все, мне что же опыт не буду давать, точно, я думал. Че мне с крабиков опыт не дают, а я потом я вспомнил, у меня же максимальный уровень. Мяу. Не-не-не, здесь... Что-то еще должно быть, потому что, ну... видно, что там что-то есть еще наверху. Там еще что-то есть наверху. Ну что-то с... А нет, там осталось. Подожди, а как мне тогда туда попасть? Внизу должен быть лифт. Внизу мне должны все равно... Мне должно снизу что-то поднять. Может, я где-то еще что-то упустил, какой-то рычаг, я не знаю. Нету тут ничего. Я вот говорю, если там что-то есть, вот там стикер. Давайте я просто на шипы спрыгну. Нет, ладно. Можешь мне на рычаг нажать? Попробуем. Нет. Да. Ладно. Тогда идем на выход. Я пытался сделать, что мог, но мне стикеры не хотят давать. По идее, там должны быть те открыты, и что-то меня поднять наверх. Ту-ту-ту-ту-ту. Дудочка.
Окей, быстренько проходим, чтобы ловушки не активировали снова. Смотрите, они бесплатные стали. Мы что-то такое сделали, что теперь у меня все бесплатное? Кайф. А, это походу я в банке выполнил миссию. На бесплатные сундуки. No bad. No bad, no bad. Где мои стикеры? Нет, 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 нет. Ну да. Там были стикеры, видите, все-таки. Мне их не хотят давать. Давайте сразу тогда в эту сторону. Ой. И кексик. Ну, готово. Так, остался стикер где-то. Остался только один где-то стикер. Нужно было сразу ее использовать. Тихо. Хоп. Муам. Отлично. Сова. Так, это все. Так, время готовки. Свитц, классный Quake квест выполнен. Красный. Давай, давай, давай. Красный. Красный. Синий. Зеленый. Красный. Красный. Синий, зеленый. О, там вот стикер. Все тогда нормально. А что это там тогда было? Там тоже что-то было, я видел. Смотрите, у нас только 33 из 44. То есть еще где-то 11. Где-то может быть. Каев. Фух. Нет, нет, нет. Зараза. Стилку мне одну потратила. Так, по идее, это. А, нет, еще один кристалл. Ну давайте тогда в этом. В этой серии это сделаю. А-а. Ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту. Ту.
Я не понимаю, что он хочет. А, ребенок, серьезно, я Трайнг пытался большое количество раз в эпическом квесте. Ты сохранил Хира героем. А, я промазал в последнем большом приключении. Хорошо, это нужно? Отлично, Вэл. Теперь никогда, Си, не смотри в небо. Again, возвращайся обратно в центральный что-то там. В центральный шар. Легенды говорят о рыбе, силой которой города. Ты можешь файн попытаться. Никаких больше мои красти. Friends, друзья. Что-то, какие-то кейсы, приключения Палса. Великолепные. Посмотри, что я принес. Воу! Невероятно! Спасибо, мистер Юс. Вы сохранили мне мою... сохранили мою... крапуевую какую-то... вечеринку. Счастлив помочь... нуждающим в нужде. Теперь... от... торта. Почему... вкусно? А, хо, вкус. Конечно же, мистер. Вы... экстра... покупатель. And let... и дайте мне... reward, а их... я сделаю мою маску, give you... дам вам... большую... sloppy kiss. Что? Нет, нет. Все хорошо. Мне нужно идти. Я не могу есть в городе. Это он без маски? Я не могу есть в городе, мне пишет. Давайте попробуем. А подожди, если я в городе есть не могу. А, давайте последний тогда и потом сходим с вами. Стикеры купим. Шарк, акулья, что-то там. Скорее всего, оно восстанавливало мне full хп. А теперь я сейчас понимаю то, что я... А, у меня аж маленькие хилки есть, и я без... могу... Зеленый, красный, синий. Зелено-красно-синий. То, что я могу теперь бесплатно открывать золотые сундуки, где просто дофига дропа. Знаете, он мне надамажил? Это жесть. Сейчас вот один мне такой осьминог ударит, и все, у меня минус хп. О, я вижу кекс. А, попробую добраться до кекса, да? Отлично. Great. Very, very great. Ой, я запутался. Синий, зеленый, синий-красный, да? А, не, видите, все равно за деньги. Ну ладно. Я думал, вау, я теперь могу бесплатно открывать их. Щет. Ну хотя бы я собрал и выжил.
Так, тихо. Надо осторожно на вот эти запрыгивать. Что происходит? Да, там что есть. Туда просто так нельзя лезть. Так, тут закрытый. Подожди, подожди, или я мог все-таки кольцо это взять? Блин, вот не попробовал, падение должно светиться зеленым. А нет. Оказывается, нет. Не обязательно. Бля, я забыл про нее. Давай. Зеленый, красный, зеленый, зеленый. Ага, подожди. Кексик. Тихо, тихо, вниз, вниз, вниз. Найс. Грейт, 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 грейт. Блин, а мне бомбочку принес. А хотя у меня места все равно нету. Ну, хотя хотите, мы можем на этом закончить с вами и в следующей серии продолжим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если что, я просто их объединю. Поэтому всем пока.